Здравствуйте, меня зовут Элеонора Алексеевна Лукина. Мне 69 лет. Увлекаюсь скоростной слепой печатью на компьютере. Я себя называю прабабушка русской офисной компьютеризации, потому что прошла 3 поколения офисных технологий. Я чемпион СССР по набору текста на скорости качества. Помимо набора на родном языке, я владею набором на еще многих языках. Сейчас 33 языка сдала и еще буду добавлять языки. Когда меня спрашивают, чем мне помогает слепая печать в повседневной жизни, я всегда отвечаю. Вот я в интернете общаюсь и даже не замечаю, когда я разговариваю или когда я печатаю. Я не делаю различия, я это не осознаю. Мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы каждый владел свободой набора. Потому что это позволит ему раскрывать себя без оглядки на технологию.